чем секрет моей успешности, написал молодой человек мне ВКонтакте. Вчера, по-моему, да. Итак, молодой человек, секрет моей успешности сейчас я раскрою всему миру и всем присутствующим, и всем по ту сторону экрана, и вы все сразу поймете, в чем же все-таки секрет моей успешности. Показываю. Значит, вот, время увидели? Вот в это время, когда все супермагуи всех времен народов видят 20-й сон, я, начиная с 6 часов вечера и до, ну, без 15:05 утра работаю. Точнее, пашу. Яки пчела. Ну, если не сказать, что как лошадь. Почему я это делаю? Во-первых, потому что я люблю свою работу. Во-вторых, потому что я должна быть впереди и лучше. Я себе такую планку ставлю. Я имею наглость хотеть большего от жизни. Я не удовлетворяюсь малым. Мне недостаточно малого. У меня должно быть много во всех сферах. И уважения много, и любви много, и счастья много, и, ну, имущество, я бы не сказала, что я так стремлюсь и предана прям денежным этим всем силам. Нет, я бы не сказала. Ну, они тоже нужны, конечно, но я не нацелен на деньги. Кто нацелен на деньги, тот не получает ни того, ни другого, ни третьего, ни пятого. Понимаете? А кто нацелен на работу, на то, чтобы действительно реально помогать и сделать как надо, тот получает все сразу. Поэтому всегда в жизни нацельтесь на работу. Нацельтесь на успех и игнорируйте всех, кто лишнего говорит. Знаете почему? Когда, по сути, ты копаешься, да, и понимаешь, что это за человек, он уже начинает юлить, он уже начинает пугаться, он начинает говорить, что он шутил и прочее, прочее. И ты понимаешь, что ты была глупа, что когда-то там переживала по поводу этого всего. Через некоторое время у тебя вырабатывается очень крепкий иммунитет против таких вот нападков и глупостей. Так вот, секрет моего успеха, дорогой молодой человек, задавший мне вопрос, состоит в том, что я с 6 вечера и до без 15:05 утра работаю. И вот когда ставят там, поставь класс на этот статус, и будут у тебя деньги. Поставь туда класс, и будет у тебя подарок, поверь, в течение 10 дней и прочее. Мне хочется сказать, вы знаете, вместо того, чтобы классы ставить, оторвитесь от стула и работайте в вашей сфере, в том, в чем вы сильны. Кто-то модельер, кто-то программист, кто-то художник, кто-то еще кто-то. В любой своей сфере, где вы профессионал и ас, идите вперед. Никогда не останавливайтесь, никогда не допускайте мысль о том, что вы уже все сделали, что у вас все прекрасно, что вы уже совершенство. Всегда в чем-то себя не нравьтесь, в чем-то себя ограничьте, в чем-то себя упрекайте, в чем-то пытайтесь исправиться, стать лучше. Это стимул. Когда вам кажется, что уже вы все сделали, все хорошо, прекрасно, и вы лучше всех, вот тогда эти мысли начнут вас посещать. Это утопия, это все выкиньте в сторону, потому что совершенство не знает границ. До конца жизни мы можем учиться, улучшаться, быть лучше, сильнее, выше и прочее, прочее. То есть идите вперед, как танки. И тогда у вас будет успех.